Гуманитарный штаб Рината Ахметова сегодня в срочном порядке направил в Авдеевку машину с продуктовыми наборами. Восемьсот взрослых и 100 детских наборов выживания выгружают на стадионе в Авдеевке. Именно здесь расположены пункты обогрева для мирного населения. Продукты помогают разгружать и мирные жители. Чтобы стрельная ситуация, надо людям помогать. У меня 2 детей дома. Кушать эти дети. Люди напуганы и срочно нуждаются в помощи. В городе уже больше суток нет света. Василий Тимофеевич пришел на пункт обогрева, чтобы зарядить телефон и связаться с родными. А он не работает. Надо заряжать. Продукты в магазинах пока есть, но будущее людей пугает. Боятся, что из-за обстрелов прилавки опустеют. Бабушки плачут, конечно, страшно. В Авдеевке остается около 20 тысяч мирных жителей. Все они сегодня оказались на грани гуманитарной катастрофы. Без света и воды весь город. 10 тонн продуктов для многих – единственный способ выжить. Ринат Ахметов принял решение максимально помочь мирным жителям Авдеевки в это страшное время. Люди сейчас в Авдеевке находятся без света, без воды, в катастрофической ситуации. На улице минус 22 градуса. Это грозит полностью потерей тепла в городе, и это значит гуманитарной катастрофой. По последним данным, в результате обстрела ранены 2 мирных жителей. В штабе Рината Ахметова отслеживают ситуацию и готовы оказать помощь всем пострадавшим. Конечно же, штаб Рината Ахметова помогает раненым мирным жителям. Это касается жителей по обе стороны линии разграничения. Пожалуйста, если вам известно о фактах ранения мирных жителей, звоните на горячую линию гуманитарного штаба. Ринат Ахметов всегда искренне и с душой относится к делу помощи. Это для него задача номер один – помочь своим землякам выжить. Помощь мирным жителям Донбасса штаб Ахметова оказывает уже 2,5 года. Спасено более 1 000 000 жизней. В Авдеевке из продуктов помощи Ахметова будут готовить горячие обеды для полевой кухни, организованной МЧС в палаточном городке. Волонтеры готовы привести помощь всем пострадавшим в любой момент, пока в этом будет необходимость. Виктория Чистюхина, Ростислав Сысой, Владимир Конопля для канала «Украина».